Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы ответим на самые популярные вопросы про вязку у собак. Вязка – сложный процесс, от которого зависит здоровье не только будущих щенков, но и их родителей. Что обязательно нужно знать каждому владельцу, который хочет получить здоровое потомство от своего питомца? Как правильно подготовить собаку к вязке? Мы подробно изучили эту тему и готовы ответить на самые популярные вопросы про вязку у лающих. Специалисты рекомендуют проводить вязку не раньше наступления физиологической зрелости животного. Физиологическая зрелость у сук обычно наступает в возрасте 1,5-2 лет, а у кобелей примерно в 2 года. В среднем собак вяжут до 8-летнего возраста. Чтобы вязка прошла успешно, собаку необходимо к ней подготовить. Независимо от пола питомца, его нужно показать ветеринарному врачу и сдать анализы на наличие заболеваний, передающихся половым путем. Также важно позаботиться о наличии справки, подтверждающей отсутствие наследственных заболеваний. Кобеля перед вязкой рекомендуется искупать, особенно тщательно необходимо промыть половые органы. Кроме этого, нужно подготовить обеззараживающий антисептик для обработки органов после спаривания. Суку купать перед вязкой не рекомендуется. Можно смыть запах. И суку кобеля необходимо хорошо выгулить перед встречей друг с другом. Вязка всегда проходит на территории кобеля. Последний должен чувствовать себя уверенно. Когда животные встретятся, не стоит сразу же пытаться свести их. Пусть они познакомятся, поиграют. Самка должна лучше узнать территорию. Дайте ей возможность все посмотреть и обнюхать. Если вы впервые проводите вязку своей собаке, обратитесь за помощью к инструктору. Он проконтролирует процесс спаривания, зафиксирует суку в нужном положении и направит движение кобеля. Опыт инструктора имеет важное значение для собак, которые участвуют в вязке в первый раз. От того, как пройдет первая вязка, часто зависит последующее поведение суки или кобеля в момент спаривания. Если первая попытка оказалась неудачной, в последующей вязке у собак могут возникнуть сложности. Также помощь инструктора бывает нужна, когда вязка проходит пород, имеющих анатомические особенности, усложняющие этот процесс. Мнение, что собаку надо хотя бы раз повязать и получить от нее потомство, не имеет научных доказательств. В некоторых случаях вязка даже может быть опасной для животного. Неправильно проведенная вязка может привести к инфицированию половых путей и развитию различных венерических заболеваний. Теперь вы знаете ответы на самые популярные вопросы про вязку у собак. Если вы хотите получить здоровое потомство от вашего питомца, уделите особенное внимание его подготовке к этому процессу. Без надлежащего ухода со стороны хозяина вязка может стать очень опасной для собаки. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!